В интернете набирает популярность видео с барнаульским таксистом. Он шокировал пассажиров обилием гаджетов в машине. В салоне насчитали 13 дисплеев и планшетов. Удивленные пассажиры сняли таксиста на видео и выложили ролики на крупнейший видеохостинг. Авторы видео сообщили, таксист управлял машиной и одновременно просматривал входящие заказы на 10 планшетах, поглядывал на устройстве, лежащем на приборной панели, какие-то соревнования и успевал отвечать на звонки. «Доехали благополучно», — резюмировал автор. Таксист рассказал ему, что, цитата, «меньше десятки чистыми в день не зарабатывает, холостого пробега ноль». Всего в салоне автомобиля насчитали 13 экранов, 10 для такси, 1 для ТВ, навигатор и регистратор.